Здравствуйте! Сегодняшний выпуск будет интересен тем, кто собирается приехать на отдых, тем, у кого есть собственность на Солнечном берегу, но он не может ее увидеть по каким-либо причинам. Посмотрите хотя бы в этом видео. Ну и, конечно же, моим постоянным зрителям. Устраивайтесь поудобнее и смотрим, как начинается май на Солнечном берегу в Болгарии. Ну вот, 2 мая наш комплекс потихоньку превращается в туристический. Видите, стелла, эти лежаки разложили, скамейки расставили, чистят бас. Ну, в общем, скоро уже будет лето. Ну, наш комплекс мы с вами еще вернемся и в соседние заглянем. А сейчас добро пожаловать на морское побережье. Я нашла тут одно интересное кафе. Слушайте, я прошлым летом его не помню. То ли его не было совсем, то ли оно по-другому как-то выглядело, ну, либо из-за большого количества народу, которого пока нет, я просто его не разглядела. Но оно такое необычное, по своему дизайну мне показалось. И видите, оно еще не работает, но уже готовится открыться. Вот на этом пирсе круглый год приходили гулять люди. В любую погоду абсолютно. Я очень сильно надеюсь, что все-таки его приведут в порядок. Хотя бы к началу сезона. Потому что у него уже такое плачевное состояние, что дальше некуда. И когда очень сильные волны, тогда на нем бывает даже страшновато стоять. Но это абсолютно не мешает веселым отдыхающим, влюбленным. Например, вот как этим веселеньким ребяткам. Ну что, 5 мая, 18 градусов в тени, Солнечный берег, уже работает Палм-Бич, ресторан полный народу, а люди загорают и частично купаются. Наверняка многие скажут, что рановато ты, Элеонора, сезон открыла, но я то, что вижу, то вам и рассказываю потом. Каждый день мы с ребенком после детского сада приезжаем на море. Среди гуляющих уже очень часто встречаются туристы из других стран.
те, кто комментарии мои читают, пишут, часто получают от меня такое сердечко. Продолжайте, пожалуйста, их писать. Особенно нравится мне, когда я читаю, что пишут люди: «Ой, спасибо вам большое, мы увидели наш комплекс, как же мы соскучились». Это так здорово, поэтому сейчас давайте проедемся по улице Солнечного берега, и кто-то, может быть, увидит что-то свое. Еще хочу сказать тем, кто не знает, может быть, когда вы ставите лайк под видео, то оно у вас сохраняется в определенном плейлисте на вашем аккаунте, как понравившееся вам видео. И вы можете в любой момент его пересмотреть. Ну и плавно переходим к заявленной мною теме. Что же сейчас является главным помощником современного туриста либо мигранта? Для кого-то это очевидно, но для многих, к сожалению, нет. Я сужу по вопросам, которые ко мне поступают иногда от проходящих людей на улице, либо в комментариях к видео даже. Пожалуйста, в первую очередь запаситесь хорошим интернетом. И пускай вас научат правильно делать запросы в Google, либо в YouTube, чтобы вы там могли для себя найти все ответы. В том числе расписание автобусов, куда какой автобус ходит. Я вот вообще в этой теме ноль абсолютный. И много таких людей, которые абсолютно не знают ответы на такие вопросы. И тут сможет вам помочь интернет. Вообще не факт, что с вами захотят разговаривать на русском языке. В магазине, в поликлинике, да где угодно. И вам понадобится в таком случае Google переводчик. Также вам необходима будет Google навигация. А навигации даже лучше несколько иметь и уметь ими пользоваться. Будь вы на машине, будь вы пешком, в любом случае вещи, я считаю, необходимы, особенно если вы едете в те места, которые вам не знакомы. Но сильно не пугайтесь, конечно, люди по-прежнему очень коммуникабельные, очень дружелюбные, и если коммуникабельны вы, то, в принципе, проблем никаких не будет, и всегда можно со всеми договориться и узнать для себя много интересного и нового. Например, узнала о существовании местных телеграм-каналов я только тогда, когда я сюда приехала уже и у бассейна загорала. Ну, лично я первый раз вижу, как пальма цветет. Кто тоже первый раз, загадывайте желание. И если что, мы с вами на Солнечном берегу. 5 мая. Красотища. В общем, я специально так разбила на части это видео, чтобы не утомлять вас однообразными видами и каким-то монотонным инструктажом, поэтому мы будем возвращаться еще. Я буду рассказывать вам, что еще, на мой взгляд, является лучшим помощником для современного туриста либо мигранта. Ну, а пока заглянем в наш комплекс. А это у нас мы в комплексе. Класс, водичка, да? Только холодная пока. Пока холодная. Даже Тимур сказал, что она холодная. Так что ждем лета. Сейчас из личного опыта. Мы переезжали в Болгарию в начале июня 22 года. И мы поменяли деньги на левые, на наличные, еще находясь в Латвии. Через Тавекс очень удобно было, хорошо, я им перевод сделала, и они мне выдали потом в кассе на следующий день наличные. И я очень рада, что мы додумались до этого. Потому что потом я уже узнала, что тут активизируются какие-то обменные пункты, странно работающие, ну, в сезон, и туристов как-то там нечестно, в общем-то, обменивают эти деньги. Я сама не попадалась, не знаю, но слышала и много слышала о таком. И вот чтобы вам не попасть в такую ситуацию, и чтобы у вас хотя бы об этом не болела голова, потому что, ну, вы же не знаете, как там ваши карты будут работать, не будут. Лучше всего, когда у вас есть наличная местная валюта, уже помененная, честно, на вашей родине, и все в порядке. Ну, конечно, я не берусь говорить за все страны, но с Прибалтикой, мне кажется, что так удобнее точно будет сделать. Да, здесь тоже есть Тавекс в Бургас-Моле, по-моему, но там такая очередища все время. Вот сколько мы не проходили мимо, там все время очень большие очереди. И здесь они так не сделают вам, то есть через перевод они вам не поменяют никакие деньги. Давно мы с вами не были у соседей,
в Орхидее и в Холидее. Мой это комплекс вы можете видеть очень часто в моих видео. Уже весь его, наверное, наизусть выучили. Но сейчас прогуляемся с вами в соседние комплексы. Ну, конечно, мой обзор не будет полным, если я соседский комплекс не затрону. Вот мы сейчас с вами в Холидей находимся. Ой, что-то там творят такое непонятное. А, холодильник пытаются затащить. Здесь тоже, видите, вот бассейн наполнен уже. Лежаки сегодня разложат. Тут, естественно, все красиво, аккуратно. Ну, здесь народу много. В принципе, он и был в Орхидее, в Холидее, в нашем комплексе зимой даже. Жили люди много, достаточно. Шли на гольф-поле, ну, по важному делу, а тут траву косят. Да, вижу, как мы его тут... Где Тимур? Мы хотим самолет запустить наш. Тут серьезная работа идет. Ну, а мы сейчас туда пойдем, где уже подстригли. Ужас, каждое деревце объезжать вот так вот. Смотри, так виртуозно. Крутишь его, крутишь, крутишь, и потом не факт, что он полетит куда надо. Есть такой термин в медицине, в психологии – избирательная амнезия. Конечно, не дай бог никому, но вот искусственно выработать в себе такой навык или нечто подобное я бы вам очень рекомендовала. Вот сейчас уже оглядываясь назад, я прекрасно понимаю, что у любого человека, который сюда переехал, особенно – наверное, это к отдыхающим в меньшей степени относится, а вот к тем, кто переехал, просто максимально будут вещи, которые вам покажутся плохими и очень плохими. Так вот, они потом либо забудутся, либо исчезнут, либо перестанут казаться таковыми, потому что вы к ним привыкнете. Это 100%. И вот поэтому я вам очень-очень рекомендую. То, что вам не понравилось, вот просто забывайте и все. Оно не будет вам потом мешать, честно, я вам это обещаю. Потом вы будете по-другому относиться к этому. И замещайте все эти плохие воспоминания чем-то хорошим. Например, целями вашего переезда. На солнышко любуйтесь. Думайте только о хорошем. Всегда. Это самое-самое главное. Это отразится на всем остальном, на отдыхе, на вашей жизни тут, на вашем обустройстве, на отношении ко всему. Это я вам гарантирую. И также без ложной скромности скажу вам, что мой канал тоже, особенно некоторые его плейлисты, такие как «Полезно знать», есть плейлисты про документы, про адаптацию, про магазины в Болгарии. В общем, мой канал – это тоже для вас кладезь полезной информации и очень полезный инструмент для прекрасного отдыха, либо для переезда. Даже вот если вы заскучали тут на отдыхе, например, вы можете открыть мои прогулки по Болгарии, и те места, которые вас заинтересовали, вы можете запросто посетить. Ну, что, с приездом вас! Кого-то с наступившим, кого-то с будущим. Пишите комментарии.